Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я планирую сейчас показать вам не совсем обычный ПФА сериал. Собрались у меня в группе в Дискорде люди поиграть. Ссылка, кстати, на Дискорд в описании есть. Но было поздновато, и играть долгую партию не хотелось. Поэтому просто решили ограничиться 80 ходами. Это примерно 2,5-3 часа. Безо всяких ограничений. Более того, можно было себе любую нацию выбрать, какую хочется. Я взял Мали, вот проверить игру через деньги, потому что у нее много денег, зато мало производства. Вообще, играбельна ли эта цивилизация? Ну а что? Чтобы было еще веселее, мы поставили случайную карту, то есть могла выпасть и Пангея, и Фракталы, и Архипелаги, и все что угодно. Действительно, игра получилась динамичной, потому что надо как можно больше очков заработать, и я считаю достойной вашего внимания. Напоминаю, воздержитесь в комментариях от бессодержательных спойлеров и оскорблений участников партии. И, конечно, приятного просмотра. Блин. Ну... Мне надо центр города, чтобы был рядом с пустыней. Ну что, мне уходить отсюда и в пустыню идти? Причем желательно, чем больше пустыни, тем лучше. Может, сюда город поставить? Ну, во-первых, мы не знаем, что за карта. Начнем с этого. Вот я могу на реке поставить вообще город пойти. Тут вообще куча у меня пустыни вокруг, но тогда еды нету. Блин. Тут хотя бы, вон, видите, две еды, производство. То есть вот способность Мали, давайте смотреть. Центры городов получают плюс одну веру и плюс одну к еде, к пище за каждую соседнюю клетку пустыни и пустынных холмов. А, видите, плюс одна к пище. Так, можно все-таки поставить там, у меня еда будет, получается. То есть если я здесь вот поставлю, то у меня будет 6 еды сразу. Вполне для роста. Что, пойду сюда, вот к этой реке. Почему нет? Давайте вот так еще исследую. Пустыню. Потому что тут, получается, для Мали смысла нету ставить. Еще и континент. А, это мой континент. Я, конечно, не уверен, что я делаю правильно, что тут ставлю, но мне интересно посмотреть. Я не знаю, почему кто-то ливает. Просто люди заходят в игру и через час решают, что им не интересно дальше играть. Они ливают и все. Блин, что-то я уже думаю, что зря я так сюда пошел город ставить. Может, у них начало стрёмное, и они такие, ну его нафиг. Ух ты. Уже скауты. Ну-ка. Блин, ну и где тут пища? С рандомом вообще трудно играть. А, не, вот она есть. Все-таки есть. Плюс 6, да. У меня есть чувство, что мы на архипелагах. Да-да-да, очень похоже на архипелаги. Да, у меня не похоже на архипелаги, прямо скажем. Так, давайте, наверное, сначала горное дело откроем. Потом животноводство. Как-то так. А может и на архипелагах, кстати. Так, вообще, надо бы мне вот тут исследовать. Я бы в пустыне, как вы понимаете, ставил города. Единственная вообще клетка для... Блин, надо вот эту будет сейчас купить, потому что иначе просто нету клеток для обработки. Ну, еды у меня дофига благодаря тому, что я поставил. Я не знаю, правильно ли за... За Мали именно вот так развиваться, что я прям в пустыне вот так бахну. Но количество еды, конечно, поражает сразу. Я очень неплохо расту. Ну, я тут хочу на реке... Ой, блин, я, по-моему... Вот это ощущение, что река уже...
Я еще и веру сразу получаю 6. Вау. Так, ну... Что тут со сборами? Опять же, лесов особо нету. Я бы взял... Я бы, наверное, искру Божью взял, потому что мне и так веры дофига идет. А искра Божья на великих людей... Нормально, на пятом ходу открыть, точнее, ускорить философию, это надо уметь. На пятом ходу ускорить философию, класс. То есть уже 3 ГГшки нашел, да? Да, ну вообще, А правда, конечно. что если это архипелаг, то распределение городов государств будет не совсем честное? Без понятия. Не, ну они типа на отдельном острове по несколько штук. Да, 6, видите, 6 еды и 6, 6 веры за счет центра города. Я еще и забыл, что это вера, да, это, знаете, все, да. Так, ну, давайте думать. Я хочу сначала вот тут посмотреть, что какая там пустыня. Вообще партия на 80 ходов ограничена, то есть вряд ли тут кто-то кого-то вынесет. Да, вот тут, видите, не очень удачно, не влазит город на реке, придется где-то вне реки ставить. Но расселяться надо по максимуму. Ну, похоже на архипелаги опять. Хотя, напоминаю, карта случайная. Блин, я бы, наверное, вот эту медь купил. Потому что мне тут, ух ты, разлив, и оно улучшение клеток сразу. Разведчики, отлично. Куда? Давайте сюда сбегаем. Вот, тут еще куча пустыни. Вполне, наверное, можно будет туда ставить город. У 3 клеток повышена урожайность. Ну, тут бы Петру еще в Ньяни поставить, и вообще будет город-сказка. Город-сказка, город-мечта. Попадая в его сети, пропадаю навсегда. Как думаете, YouTube сейчас забанит мое видео за авторские права? О! Окленд. Хорошая ГГшка, если бы не мешалось... Города ставить. Мне походу придется вот сюда ставить тогда. А нет, могу здесь. Влажу. Ну вот я бы сюда повел тогда. Город. Смотрите, как у меня быстро Ньяни растет вообще. Вообще трындец, конечно. Сколько? 35. Ну надо покупать эту клетку. И производства нету вообще. Зато жрачки. Еще пустыня. Окленд дает производство на клетках воды. Клетки мелководья дают плюс одно производство и плюс еще одно по достижении промышленной эры. Но с другой стороны, у меня пока нету... Ну, у меня, наверное, столица только будет не на воде, все остальные города я на воду поставлю. Но вот сюда, видимо, придется. Жалко, сейчас Окленд этот лагерь варваров заберет, правда? Или не заберет, или я сам могу забрать. Так, социальный институт. Я могу, кстати, не брать пантеон. Не брать карточку для пантеона, сразу на производство ставить. Вот так. Вау, еще и реликвию дали. Что-то у меня тут вообще сейчас на веру будет. Очень неплохо все идти. Так, я куплю все-таки здесь клетку. Ну, потому что мне не нужно, мне не надо еда, мне надо производство. У меня город и так растет, как на дрожжах. Ай, сволочь. Ну, честно говоря, он сам долбил этот город, поэтому претендовать на этот... Тут вот еще сейчас будет у меня куча еды и веры, но
Надо вот эти клетки будут скупать тогда. Я сюда пойду этот город ставить. Так, вот тут у нас лошади. Блин, нам еще бы лошадей купить. 40 монет, да? В принципе, денежки какие-то капают. Да, похоже на архипелаг. Еще вот тут надо, правда, тундра сразу. Еще мне нравится пустыня и тундра. Пустыня Эль-Джуф. А здесь какая пустыня? Сахара. Сенегал. Ну прям Африка. А континент какой у меня? Азия. А континент Азия. Так, вот с этим проблема. Потому что он может захватывать поселенцы сейчас из-за того, что ему лагерь убили. Так, вопрос, ну, я, наверное, сюда пойду. Тут без разницы, что сюда я поставлю. Все равно город сюда не влазит, зато здесь будет больше пустыни вокруг. Давайте сразу второго поселенца, наверное, делать. Так, все на производство. С ракет выкупить лошадей. Да, ну вообще прилично пустыня для меня. Это получается нация, которая в пустыне очень неплохо себя будет чувствовать. Так, объединим. И в защиту станем. Ну, не пойду пока туда. Примерно понятно, очень много разведчиков у меня варварских на территории, конечно. Так, производство. Мне бы рабочего, честно говоря. Ну, если этот будет атаковать через речку, это не страшно. А вот то, что тут разведчиков столько бегает, и он сейчас может наделать кучу юнитов. Так, мне надо, наверное, прачника все-таки построить. Блин, очень не в тему передвинулся, вы видите, да? Ладно, давайте этого скаута убьем тогда. Мне все равно надо убивать варваров. Так, посмотрим, что тут. Горное дело. Гончарное дело открыли. Давайте потихоньку обработку бронзы, наверное, открывать. Так, здесь отложим мастерство на международную торговлю, переключимся. Не очень удачно, видите, я же хочу сюда город поставить. Здесь еще будет раз, два, три, четыре, пять еды и пять... Ну, блин. Что ж ты, гад, мешаешься мне? Давайте, наверное, сюда глянем. Что там? Опять же, повторюсь, все хорошо, только производства нет. Если бы еще пустынных холмов было побольше, цены не было бы моему местонахождению. Но она вообще-то и... Ну, то есть, у тебя кошки там у скаутов, посмотри. Посмотри, там у скаутов кошки. Кошки, да, это твой. Ну да. Это моделька у скаутов с кошками. Это переключается. Тогда... Ну да, у них и обозначение меняется, получается. Похоже. Так, давайте купим лошадей. Просто когда он до 5 вырастет, несчастье начнется. Блин, ну веры, вообще 10 веры в ход. Практически в начале игры. Вообще трындец. То есть, если, когда я выйду в героический век, надеюсь, я в него выйду,
У меня будет столько веры на покупку рабочих и всякого. И поселенцев, например. То есть мне надо исследовать места. Бунт убился. Так. Еще 5 еды, 5. Но производства вообще нет. То есть вот эти клетки желательно бы сразу скупать. У Окленда. Потому что просто у этого города просто больше нигде нету производства. Так, а этот город куда ставить, давайте думать. Может, здесь где-то в пустыне? Ну, тут хорошие места сами по себе для городов. Давайте думать. Если я сюда город поставлю, на реке где-нибудь влезет город? Вот сюда, например, влезет. То есть сюда поставить и сюда. Наверное, вообще сразу надо сюда вести город ставить. Здесь такое. Или. Не, вот тут по производственнее. Хотя бы хоть один город, тут вон черепахи. Один какой-то производственный город сделать. О, засуха началась. Или это буря. Буря повышает урожайность у двух клеток. Еще вон, видите, повысилась. Причем тут добавило производство, между прочим, а не еду. Я бы тут, конечно, по минимуму вырубал все. Потому что иначе производство просто... О, зато я урон получаю от бури. Так, знаете что, не буду влазить тут. Видите, вот несчастье пошло. Тут бы амбар. Очень хорошо. Ну тут надо обязательно рабочего как можно быстрее вот эти клетки обработать. Давайте, наверное, я эту сразу выкуплю. Ну, холмы, производство сделать. Ладно, пока не буду. Не думаю, что Окленд на эту клетку позарится. Буря. Ребят, признавайтесь, кто украл мою тундру? Я. Yeah. Ну, у меня какая-то тундра есть внизу. Ясно. Yes. У меня просто какая-то такая Россия на курорте. С тропическими лесами. Ну, я бы сюда вставил. Сюда город, а потом сюда город. На карточке, который будет. Так, этот, по идее, не должен поселенца захватывать. Давайте обработку бронзы отложим. На письменность надо открывать. Я думаю, что я не скоро встречу кого-либо. Как и новый континент, когда международную торговлю открываю. Так, давайте лечиться. Здесь строим строителя, извините за тавтологию. Производство, вот еще. Ну надо ли мне сюда, это мне рост, ну тут правда два производства, с другой стороны, а тут деньги. Нет, пока оставим так, как есть. Слишком много еды. Вообще, эту клетку можно кумби-соле. Хотя у кумби-соле и так еды дофига. Будем честны, ему тут расти некуда. Так, никого нету, отлично. Подбираемся к скауту, будем его убивать. Может, этого проатаковать? Ну, прачник меня не может обстрелять.
а нам троих варвар... Одного мы уже убили, нам еще двоих надо убить. Для прокачки железа. Обработки бронзы. Да? Да, чтобы железо открыть. Я думаю, тут где-то железо будет. Ну, старт... Хотя баланс старт, я начинал здесь, железо вот тут будет, скорее всего. Между прочим. Давайте еще глюки поищем. Я помню, был глюк, что показывало наличие урана. Может, показывать наличие железа где? Так, международную торговлю открыли. Пошли пока в раннюю империю. Так, куда этот варвар делся, блин? Ну вот. Ладно. Ну вот тут только одна еда сверху будет, я так понимаю. Да. Не, подожди, плюс два. А, вот еще пустыня. Так я неплохо встал, еще и плюс два. Нормально тогда. Так, строителя. Еда производства. Так, сейчас обработаем алмазы. Я не дальше сможет расти. Алмазы обрабатываем. Потом лошадей. Ну, видимо, медь придется. Тут надо будет пшеницу и потом вот эти два холма. Пшеница, потому что орошение ускоряет. Правда, мне орошение вроде и не надо ни для чего. Нету ресурсов вообще никаких. Так. А я вот не помню, захватит он. Вообще может захватить рабочего. Давайте так встанем. Тут лечимся. Тут. Ну, надо прачника построить. Потому что эти варвары не будут мне покоя давать. Так, как я и думал, обстрелял. Ну, берем по холмам. Тут обрабатываем и ускоряем колесо. Здесь пока лечимся. Так, растем. Денег дофига. Я, наверное, за эти деньги куплю торговца, чтобы он тут бегал. Так, прачника. Ну, пока... оставляем как есть. Рост, ну у меня, блин, веры для героического века, где покупать, там у меня будет просто немерено. Просто немерено веры. Я хочу сказать, что выглядит Мали в этом плане очень серьезно, то есть в правительстве второго уровня мы тогда строим здание на покупку за веру юнитов, потому что я думаю, что у меня даже с покупкой рабочих все равно будет веры очень много. Ну блин, ну как не, ну как так, ну хреново. Так, давайте еще прачника, к сожалению, без карточки. Так, ранняя империя. Здесь давайте колесо, наверное, или мореходство открыть. Давайте мореходство, чтобы могли мои юниты обрабатывать. Я сюда забегу. Полечиться, обрабатывать морские клетки. Сейчас я ускорю всадников. Я не спешу в мой уникальный район. Вот он тут, потому что я тогда выйду в античность, а мне в античность пока нежелательно выходить. Это все очки эпохи, и это надо будет все, когда я в темном веке буду. Ну вот смотрите, честно, вот варвар туда взял и ушел. Нет, чтобы под меня подставиться, он должен под Окленд подставиться. Все только против
человека, чтобы было. Так, мне еще одного варвара надо убить для ускорения обработки бронзы. Здесь обрабатываем лошадей, ускоряем верховую езду. Тут лечимся, тут лечимся. Кто это Стоунхендж построил? Не поверю. Да, сизм. Египет, что ли? Не-не. Купе. Ничего себе. Так, ну, наверное, медь обработаю. Чтобы производство поболей было. Так, а тут у нас же не холмы, просто равнина, то есть тут надо будет лесопилки строить. У нас холм вот только под лесом один. Ну, естественно, буду пингалу брать. Потому что это куча наук. Ну, конечно, Окленд убил. Кто бы сомневался. Так, значит, обрабатываем. О, там еще эти плавают уже. Подходим сюда. Здесь пойдем пытаться... убивать этот лагерь. Так, только так встанем. И, наверное... Вообще, я торговца могу купить уже, да? Да. Куплю торговца. А построим мы... Кстати, вот с наукой у меня будут проблемы. Все, конечно, классно, но с наукой проблемы. Давайте, наверное, монумент пока. И хотя тут амбар тоже бы неплохо. Давайте амбар пока начну, но я следующим ходом переключусь на строительство поселенцев. А, стоп, я же должен открыть... Нет, мастерство не открыл еще. А, здесь, пожалуй... Давайте... Нет, тут вот отсюда поселенца некуда везти. Давайте амбар тут тоже. Получается, только столица будет. Значит, мне надо туда отправлять, в Тауденни. Караванчик, чтобы дорога была. Обработку бронзы открыли. Да, как я предсказал, где будет железо. Видимо, я что-то знаю в этой игре. Так, крошение ускорили, мастерство открыли. Ставим здесь плюс к поселенцам. Пока против варваров, потому что юнит я не буду строить. Хотя... Знаете что, давайте... А, нет. Подождите, а где у меня... Для юнитов, не понял. Я не открыл мастерство, нет, не открыл. Следующим ходом откроем. Ой, тут железо, отлично. Давайте эту клетку выкупим срочно. Так, садим пингалу в столицу. И здесь берем... Поселенцы начинаем строить. Амбар в очередь ставим. Так, все на производство вроде. Так, отличненько. Не хочется сейчас забирать пока этот лагерь, потому что следующим ходом будет... Темные века. Давайте подойдем. Пока. Ух ты, еще один разлив. Одно население погибло, и повышена урожайность у трех клеток.
Ну, прикольно. Я ведь считаю, что вполне норм терять так население. Так, еще. Ну, вообще денег. Ну, я напоминаю, что у меня минус к шахтам. Кстати. У меня минус одно производство у шахт. Но зато денег дофига должно быть от них. Мастерство открыли, поехали в политическую философию. И давайте, может, все-таки поставим. Нет, давайте оставим плюс 5 против варваров. Вышли в темный век. Беру монументальность. Вообще надо держать в уме, что мы 80 ходов у нас всего игра. То есть у меня героический век будет 20 ходов всего длиться. Это надо помнить. Так. Забираем. Ну, не должны убить, хотя могут вдвоем меня проатаковать. Так, давайте сбегаем, глянем, что тут еще внизу. И мне надо бы расселяться, потому что это очки. Что у нас по счету тут идет? Я на последнем месте по счету. Так, открываем деньги. Потом, наверное, верховую езду откроем. Орошение, пожалуй. Так, здесь. Нет, ничего не будем, наверное, менять. Так, мне надо использовать мои эти деньги. Да, убили прачника все-таки. Ну, лагерь надо было забрать. Проатаковали. Там народ чудеса строит. Сколько вообще чудеса дают очков? 15, вот у Риномансера 30, у Кинзмарль 15. То есть... Каждое чудо 15 очков, я так понимаю. Хорошо. Надо бы, кстати, расселиться. Да, раз у меня деньги, надо бы еще покупать поселенцев за 280. Надо запомнить, что 280 и... Так, пойдем-ка мы дуболомом туда. Этого мы посела сюда поставим. Тут надо... Сюда где-то город бахнуть, и тут еще где-то город. Сюда, видимо, в Талдене купить за деньги 280. То есть это 5-6 ходов. Через 6 ходов я смогу купить. Я думаю, даже у меня еще больше тут сейчас денег будет. И по идее мой уникальный район еще будет. Должен какую-то туеву кучу денег давать. Тундре, конечно, тут не очень удачно, но что поделать. Стройте любой специализированный, может отложить. Я думаю, что мой район будет быстро строиться. Военную традицию откроем пока. Может мне религию основать попробовать? Священное место построить. Ну как-то вообще дофига веры. Международные торговые пути. С началом каждого. Ну, у меня только один будет золотой век, походу. Здание центра коммерции можно покупать за веру. Вау! Это здорово!
В этом городе юниты, здания и районы при покупке за золото или за веру обходятся дешевле. Вау. Так, встанем пока здесь. Поселенец готов. Ставим Сугубу. Так, смотрим. Что-то я не вижу тут особо больше денег, чтобы она давала. За каждое соседнее священное место. За клетку, по границе которой протекает река. Ну-ка, я просто по приколу сейчас куплю вот эту. Жалко, конечно, деньги тратить, но мне интересно посмотреть. Ну. И что, тут никакого плюса нету. Плюс 2 золота за клетку, по границе которой протекает река. Я не понимаю. Ну ладно, поставлю тупо здесь. Мне кажется, я неправильно этот район сейчас ставлю. Просто не понимаю, где мне его правильно поставить. Блин, подставляюсь под... Ой. Подставился под трирему. Ну, они поселенцы не обстреливают, поэтому можно отводить, я думаю, дуболома куда-нибудь вот сюда, к этому городу. Конечно, надо. Так, в Ньяни что? Да, здесь так пускай будет. Таудени. Вот, пускай подходят ребята. Так, ну тут, пожалуй, не буду лезть на рожон. Мне тут надо еще город будет поставить. Так, тут в очередь ставим поселенца. И в этом городе вообще мы его сможем покупать. Давайте и тут мы, пожалуй, Сугубу в очередь сделаем. Плюс 2, плюс 2. Ну, не знаю. Но вообще, по идее, надо бы здесь ставить, чтобы с гаванью было потом. Так, здесь все правильно. Здесь мы тут поставим Сугубу. Но я так и не понял про эти соседства с клеткой, которая что-то там граничит. Так. Было 280. Помните, стоил? 270. Что-то я про этот район не понимаю. В этом городе юниты, здания и районы при покупке за золото или за веру обходятся на 20% дешевле. Где он стал... Хотя, подождите, надо в другом проверить. А, 340. Да, мы же нового поселенца сделали. Да, значит, дешевле все-таки, 270. Так, ну, во-первых, покупаем за веру рынок. Отлично. Прокачиваем пингалу на науку. Так, здесь стоим в защите, здесь лечимся. Здесь сюда идем. Так, значит, нам надо еще сюда поселиться будет и сюда поселиться. Какие у нас тут варианты? То есть тут у нас город встанет. Не, наверное, даже вот сюда надо всовывать, а потом еще сюда где-то. Ну и как угодно надо Окленд союзить. Кампус хочет Окленд. Пока оставляем как есть.
политическую философию пошли. Так, уже нормальный век. О, пустыня. Ой, буря. Урожайность у 9 клеток повышена. Мне знаете, куда надо? Мне надо в Петру. 3 разных спецрайона постройте. Значит, нужно еще кампус. И что-то еще. Так, ну он так убьет мне, буря. Блин, она мне убила караван, прикиньте. Ё-моё. Вот это не очень здорово. Что, ну она, по-моему, каждый ход двигается. Я, пожалуй, останусь на месте на всякий случай. Так, пирамиды кто-то... Если б я еще мог чудеса за золото покупать, вот это был бы вообще тогда. А так... Плюс 2 золота за клетку, на границе которой протекает река. Может мне в Няне все-таки священное место построить, а не кампус? Это даст и центру коммерции соседство, и религия, вот я только не помню, дает ли религия счет, добавку к счету или нет. На этом пока все, продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!